Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в Sheltered. Давайте перейдем к игре и продолжим. У нас уже скоро будет с вами сотый день. Да, вот сейчас 98-й день. Ух, к нам кто-то идет и... Не, пока нас никто не вызывает. Посмотрим, где у нас кто находится. А, у нас всего одна группа. Дженнифер и Рональд. Да, они только в начале пути, но хорошо. Это даже хорошо. Так, кто чем у нас будет заниматься? Давайте ответим. Надеюсь, это у нас торговец. Правильно, это у нас торговец. Ох. Огорчаешь ты меня, торговец. Ну ладно, я вот эти возьму. У тебя предохранители. У меня их, конечно, много. Я особо даже не знаю, смысл ли их собирать. Но, наверное, все-таки. Вот таким образом сделаем. Воду пока оставлю. Игрушки и все остальное тоже пока оставим. У нас и так мясо. Мяса достаточно. Так, котик, я пока кормить не надо. Нет, все у тебя хорошо. Отец, иди, наверное, почитай книжечку. Ай... Ты получи игрушку. Маманьку надо уже отпускать, наверное, да? А кого бы, кем бы тебя заменить? Ладно, еще чуть-чуть подожди. Как раз заодно потом попьешь. Сейчас. Папа или сыночек, кто быстрее? По-моему, сыночек будет быстрее. Проверяем. 82, 70, все хорошо. 41. 41 не очень хорошо. Дом на колесах, такое ощущение, его так дергает, как будто он заведенный. Так. Так, не страдает. Хорошо, я очень рад. Брайан. Брайан, я за тебя рад. Ты у нас скоро отправишься, поэтому... А, вот у нас лентяй. Лентяйка. Кто ничего не делает. Так, кем бы мы тебя... А, да, мы тебя на маманьку сменим. Иди. Передача для торговцев. Ты у нас... Эх, тебя бы отправить куда-нибудь. Конечно. Перед этим давайте потренируем тебя. Хорошо. Мощность пропала. Да ладно, нормально все. Не пугай меня. Все у нас хорошо. Нам бы новые города найти и новые места. И, конечно же, новый наш пресс для изготовления патронов. Так, давайте выберем не Брайана, а мальчика. Угу. Сыночка. Давайте посмотрим. Создать предмет. Светошумовая граната. Кстати, мы ее можем создать. Трубы нужны. Пистолетные патроны 3 штуки. Патроны для ружья у нас 6 туш и, конечно же, винтовочные патроны. Слушайте, светошумовая граната – это хорошо. Ослепляя вспышки, можно использовать из инвентаря группы в экспедиции. Понятно. Что бы нам с вами такое делать? Я предлагаю сделать для ружья 3 патрона. Пускай идет, делает. Входящая радиопередача. Давайте послушаем, что нам скажет Дженнифер. А, кто-то хочет поговорить. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, пацан. Он, ну ладно, он считает, что он тут не один. Мне кажется, он просто врет. Эх, предложить-то тебе нечего. Я не хочу патронами. Ничего страшного. Дуй, гуляй. Гуляй, харизму мы позже наберем. И радуйся, что ушел живым. Так и надо. Так, ты у нас поднимаешь новый уровень. Ой, кто-то к нам пришел. Ух, это... Не. Пока рано, пока рано. Мы сейчас чуть-чуть еще освоимся. И уже позже начнем. Ага, селок один. Ну, подождем. Ты стой, стой там. Все хорошо у тебя. Ты нам что-нибудь сломаешь за то, что тебе отказали? Кстати, надо идти чинить кислородный. Да, надо идти чинить.
Может быть, мы его, кстати, улучшить сможем. Предохранитель, нейлон. Но это вентиляция, это на больше человек мы сможем вентилировать. Вот долговечность мне важна. Мы потратим с вами 10 металла, резина. Да, наверное, все-таки... То и чуть песчаным бурям. Все трубы потрачу. Да, наверное, так и сделаем. Пускай тратит. Потом мы все остальное починим. Так, что встал? Починить ее и тренироваться. Будем Брайана сейчас тренировать, чтобы он потом мог с одного удара топора убивать кого-либо. Какой я злой, да? Ох, надо переключиться на папаню. И начался дождик. Дождик — это хорошо. Конечно же. Я бы даже сказал бы, очень хорошо. А мы можем здесь... А, ну, сейчас он закончит. Улучшить-то? Нет, пружины не хватает. И куча-куча труп опять нам нужно. А долговечность можно, можно прибавить долговечность. Это хорошо. Да, отвечу я. Что ты нам принес? Надеюсь, не какое-нибудь барахло. О, пружинку 100% забираем. Ох, что бы нам еще? Потрошку у тебя заберем. Нам нужно, чтобы дробовик чем-то стрелял. Да, правильно, по-моему, правильно. Притом мы еще 3 сделаем, и у нас хотя бы... Ну, уже будет порядочно патронов. 10 штук, да, до хрена. Прям я скажу. По поводу винтовок. Винтовки мы с вами потом лишние разберем. Ой, кстати, по поводу разборки нужно посмотреть, не готово ли там что-либо по разборкам. Так, веревки забираем. И платы, наверное, забираем. Хорошо. Взамен ты получишь пластинку. Ух. Я у тебя тогда побольше заберу. Ты по хорошей цене берешь все. А раз по хорошей цене, то надо этим пользоваться. Вот. Хорошо. Забираем. Видимо, на их характеристики торговцев это тоже влияет. То есть у него, возможно, низкая харизма. Так, папа, подожди. После этого попытайся улучшить. Наверное, мы с вами поднимем все-таки долговечность. Надо все-таки улучшать. Все надо улучшать. Вот, давай, старайся. Потом пойдешь. Поспишь. Я тебе, кстати, сразу же закажу. Вернуть костюм после этого. Хорошо, где Брайан? А, он спит. Ух, как он вымотался-то на груши. Хоть дала какие-нибудь эффекты? Брайан, покажи мне. Что у тебя силы? 11. И, кстати, еще чуть-чуть подерется, и будет все вообще хорошо. Замечательно. Так, здесь у нас 99. Вода должна идти сейчас хорошо. Мы с вами дополнительное улучшение произвели. Жалко, что вот эти сжигатели нельзя улучшить. Жалко. Я бы сжигатель точно улучшил. Так, вернемся. Так, маманька, давайте посмотрим. Взять результаты. Ох, ох, ох. Посмотрите, сколько металла. Собрать и, наверное, чинить. Сколько там? 70%. Чинить и переработать. Так, входящая радиопередача, но мы ее исправим. Мне сказали, что вот это... А, вентили — это трубы. Да, их можно перерабатывать на трубы. Это неплохо. Это просто металл. Как и что мы с вами переработаем? Предлагаю, наверное, дерево. Немножко пластика. Ну и один компьютер. Разберем. В принципе, чуть-чуть получим. Тряпки. Нет, тряпки пока не будем. Мне кажется, это долго займет время. А это что у нас дает? А, предохранители. Хорошо, будем учтем. Так, тут только металл, да? Понятно, ладно, включаем переработку. Сколько это у нас будет занимать времени? 4 минуты, замечательно. Не так уж и много. Кстати, вот это, скорее всего, 2 торговца. И у нас, да,
средний дом на расстоянии. Да, конечно же, исследовать. Давайте посмотрим, где они там нашли средний дом. Давайте-то... Ура! Я вас поздравляю! Мы нашли даже аэропорт. Потом сюда, да, это новый город. И мы обязательно здесь с вами прогуляемся. Несколько средних домов. Ура! Можно, кстати... А нет, воды... Хотя сейчас, может быть, прибавится. Посмотрим. Может быть, мы нашего Брайана... Ты выспался, Брайан? Чинить. Тренироваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никаких разборок. Вы что? А нельзя второй раз ему назначить? Нет. Я слышу. Да, что вы мне принесли? 7 труб обязательно забираю. Трубы и дерево возьму. Да, вы посмотрите, ценник-то хороший. Цена обмена 30. Е-е-е. Интеллект-то, возможно, растет. И поэтому... Ну, посмотрим. Конечно. Что-то да обязательно влияет. Выключатели. Сколько у нас выключателей? Надо ли нам новенькие? Постоянно нужно... О, у нас, кстати, транзистор... А нет, нормально. Выключатели... Ух, у нас выключатели кончились. Да, за этим надо следить. Веревок еще достаточно, поэтому пока что... Хотя, давайте возьмем. Все равно это силки. В первую очередь веревка это силки. Так, даю один кусок мяса и несколько воды. Так, многовато тебе будет. Вот, все это остальное забираем. Можете отдыхать. Ух, душ сломался. Иди чини душ. Входящая радиопередача. Средний дом, конечно же, мне интересно. Давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Так, канистра, радио. Ну, давайте все заберем. Первоначально будем собирать все. У нас с вами 36 ячеек. И воду, если что, кому-нибудь поменяем. Подтвердить. Посмотрим, где они там уже дальше. Да-да-да, смотрите, маленькая фабрика. Ну, вот аэропорт. Аэропорт, это интересно. Меня это уже заинтриговало. Никогда не ходил на аэропорт. Ну, я имею в виду здесь, в игре. Так, котик. Надо, чтобы кто-то убрался. Кстати, надо, чтобы кто-то убрался. Отвечаем. Ох, разговор. Да, давайте все-таки поговорим. Мне не хочется, чтобы пропал кто-либо. Мужик с бородой. Джон или Джохан. Хрен тебя побери. Нанять, отклонить. Ну вот, странное явление. Конечно, отклонить. Ну вот он обиделся. Обиделся, обиженный. Обиженный мужик. Обиженный бородатый мужик. 100-й день, поздравляю. 100 дней выживания позади. Можно даже сказать, первая сотня позади. Надеюсь, мы до второй с вами доживем. Так, мальчик, иди ж убирайся. Папанька, тренируйся. Сейчас заяц, кстати, попадется, скорее всего. Входящая радиопередача. Да, посмотрим, средний дом. Средний дом, это хорошо. А давай-ка мы тебе, кстати, вот так вот книжечки заставим тебя почитать. Ты у нас гуляешь, поэтому пускай. Интеллект повышать тоже полезно. У тебя при том его всего 8. Силы уже 12. Отвечаем на радиопередачи. Опять к нам кто-то хочет поговорить. Ну что ж ты будешь делать-то? Средний дом. Какого черта тебе надо? Замечательное вступление. Глупый ребенок, ну. Вам нужно... Чего? Вам нужно достать зажатого человека? Биться, идти? Конечно же биться. Если у нас...
дебил какой-то. Я очень плохо понимаю систему диалогов здесь, как она сделана. Она так вроде бы рандомные сообщения выпадают, но они иногда очень несвязанные. Так, мальчик, иди получи игрушку. А нет, вначале ты покормишь котика. Покормишь котика. Папа, продолжай тренироваться. И мы, кстати, ответим. Вот, кстати, человечек. Скорость у него, конечно, не ахти. Ум. Ну, ум это наживное. Стефан. Нет, Стефан. Я, конечно, думаю сейчас кого-нибудь в ближайшее время взять, но не сейчас. Но не сейчас, пока что подождем. Подождем. Мне интересно, что у нас может произойти. Так, магазин цветов. Да, покажите мне. Кстати, они мне все предлагают и все не доходят. Ух, смотрите-ка, сколько здесь всего вкусного оказывается. Маленький банк, маленький супермаркет, большая свалка, маленький офис. Да, вот мы пока что вот идем в этот цветочный магазин. В средний дом мы с вами зашли. А, и, кстати, вот сюда мы тоже отдалились, да? Вернулись обратно. Средний дом, ну, нам показывали всего один домик. Второй дом нам не показали. Ладно, ничего страшного. Да, вам, смотрите, обиделся. Обиделся, поломал нам. Брайан повысил свой интеллект. Молодец, молодец. Интеллект это хорошо. Отвечаем. Цветочный магазин. Ну что тут у нас в цветочном магазине? Ведра. Ну, ведра мне, конечно, особо не нужны, но... Давайте известняк и голову я уже брать не буду. Честно сказать, считаю, что это лишнее. Семена, ну, возьму просто так, но, честно сказать, при первом же удобном случае, после воды это второй претендент, третий будет ведра. Хотя нет, ведра можно разбирать на металл. Ведра я еще подумаю оставлю, скорее всего. Так, пойдемте дальше. Дальше, наконец-то мы с вами нашли следующий город. Так, ты у нас уже спать хочешь? Вот тебя чтение-то утомило. Пойдем посмотрим. Большая фабрика, это всегда интересно. А, что там у нас с патронами? Может быть, кто-нибудь еще патронов каких-нибудь сделает? Вот, смотрите. Можно еще пистолетных патронов сделать, да? Три штуки. Раз. Два. Пускай еще шесть патронов нам пистолетных не помешает. То, что я отправляю их сейчас пистолетом, это не очень правильно. Мамонька, приберись, пожалуйста. Я смотрю, уже кое-где валяется. Котик наследил. Котик наследил. И, кстати, нам топливо, угля бы побольше. Ух, как я надеюсь на этот домик на колесах, что мы все-таки найдем что-нибудь и на нем покатаемся. Большая фабрика. Изучить предметы. Вот, кстати, сверло. У нас его нету. Это обязательно берем. Транзисторы мы смотрели, что они у нас кончились. Куча металлолома, металл, магний забираем. Ну, я думаю, вот таким образом. Петли у нас аж 73 штуки. Я их, наверное, вообще собирать не буду. Цемент есть 9. Я думаю, нам этого пока хватит полностью. Все, наверное, подтвердить. Идем. Новый инструмент, это очень хорошо. Кстати, сколько у нас тут? 80%, еще где-то, наверное, два инструмента. Так, а, этот у нас спит. Спит. Привет, Рональд. Так, школа, да, давайте посмотрите на школу. А мы здесь... Мадамочка, ты кого ждешь? А, ты вон кого ждешь. Давайте ответим и посмотрим. Ричард, я нашел кучу вещей. Ну, покажи мне свою кучу вещей. Ух, можно ведра на металл забрать у него. Веревку уже, наверное, собирать не буду. А вот это возьмем и вот это мы заберем с вами. 121, да?
Можно уже, кстати, и водой расплачиваться. Но я, наверное, все-таки поступлю иначе. Мы дадим мишку, книжку, два куска. Ух, тут одного хватило за глаза и за уши. Нет. Так. Водой. Вот. Водичкой. Успокоительных не беру. Пока что не беру. Но у нас пока что все хорошо. Все рады, все счастливы. Все безумно рады и счастливы. Так, патроны у нас есть. Давайте, кстати, посмотрим, сколько у нас теперь патронов. Скажите, 7. 7 плюс того еще 10. То есть, итого 17 патронов. Неплохо. Неплохо, начало уже положено. Так, да, там заяц, я уже вижу. Школа, да, покажи мне, что есть в школе. Ну, так, металл, дерево, линза оставляем. Отвертка оставляем, книгу. Книгу можно взять. Трубу точно берем, металл берем, так как есть уже. Предохранители, вентили, это тоже трубы, поэтому, наверное, их тоже будем собирать. Дальше. Клейкая лента, изоленточка. Двадцатка у нас имеется, 40 имеется, 30 имеется. Давайте краски, наверное, возьмем. Если что, она все равно пойдет первая на выход. Ну и, наверное, давайте гвоздей. Такое ощущение, что гвозди у нас все-таки будут тратиться. Будем мы с вами тратить гвозди. Так, следующее сообщение сразу же пришло в магазин хозтоваров. Посмотреть место. Мне очень интересно. Сотый день, ребята, заканчивается сотый день. Аж даже не верится. Мы с вами пережили 100 дней. Как замечательно. Эх. Так, хорошо. Хорошее самочувствие тебя. Да, я тебе все-таки силенку еще приподниму немножечко. Мы нашли кое-что на этом большом магазине хозтоваров. Тебе интересно? Конечно, мне безумно интересно. Так, это у нас все есть, есть. Мы это брать не будем. Так, предохранителей 43. Да. Ну, давайте пока что возьмем. Канистру возьмем, дерево возьмем, трубу возьмем. Радио и так есть, вода также есть. Тебя нету. Ну, в принципе, петли точно брать не буду. Голова это. Пластик, металл забираем. Да, там где-то у меня был металл. Наждак и ножовка. Кстати, инструменты, наверное, можно по единичке-то разбирать. Вот смотрите, у нас два наждака. Я думаю, один из них все-таки можно будет разобрать. Так, давайте подтвердить. И, кстати, давайте посмотрим, что тут у нас с результатами. Да, да, можно уже забирать. И почему бы нам... Нет, надо вначале починить. Мальчик, не... Мальчик, сыночек, иди чини. Ответим мы пока что на радиопередачу. Офисный комплекс. Офисный комплекс, это хорошо. Кто там? Точно такая же ломилась мне в дверь, мадамочка. Мне интересно, что для обмена? Ну, у нас-то есть, а у тебя есть? Кардит. Будем взрывчатку делать. 40. Блин, дороговато, дороговато. Дороговато, дороговато, дороговато. Но ничего не поделаешь. Вон тебе пластинка. Но тебе придется докинуть что-нибудь. О, вот линзы. Линзы, и дам тебе одну бутылочку воды. Вот, все. Торговля. Да нет, мясо, успокойся. Так, мальчик закончился. Подожди, нам нужно переработать. Переработать. И займемся переработкой. Что ж. Где у нас А где у нас Их нельзя, что ли, перерабатывать?
инструменты, которые мы с вами приносили. Нет, видимо, нельзя. Канистру. Это же у нас, кстати, пустые канистры, да? Пускай перерабатываются, все правильно. Все правильно, пускай перерабатываются. Радио уже слишком много. Ну, пускай три... Ага. Две ноги надо и две руки надо. Вот голов не обязательно. Я думаю, для манекена нужна одна голова, две руки, две ноги и что-нибудь еще. Так, что мы еще можем с вами разобрать? Давайте, наверное, в сторону металла будем двигаться. Разберем металл. Разберем ведра на металл. Вот так будет правильно сказать. Все, перерабатываем, смотрим, сколько там по времени. Ух, 8 минут, это я неплохо так их заказал-то. И смотрим. Так, здесь опять незнакомцы около офисного здания. Давайте посмотрим. Маленький офисный комплекс. Привет, темный человек. Эй там. Подтвердить, эй там. Торговать, эй там. Ты мне канистру, я тебе канистру. Ну, точнее, наоборот, но вы поняли. Шкура и шкура. Замечательная. Обмен, торговля замечательная. Поднимаем харизму. Ты рад? Дженнифер безумна. У нее аж харизма поднялась. Как она его обманула? Сразу вспоминается старый бородатый анекдот. Обманул таксиста. Денег дал, а сам не поехал. Тут то же самое. Так, следующий. Так, мы нашли кое-что на этом маленький офисный комплекс. Тебе интересно? Да, давайте. Почему бы нет? Мне всегда было интересно, что там в этом комплексе. Арматурина. Ну, наверное, вот так вот. Блин, 7 бутылок воды. Ой. Ну, то, что мы нашли сверло, это хорошо. Дрель, точнее. Перевели как сверло. Дрель. Так, подтвердись. Каковы шансы, что я останусь на свободе, пройдя через этот люк? Какой-то ты нерешительный. Как тебя хоть звать-то? Лориан Фибин. Может, слушайте, может, это какой-то квестовый персонаж? Потому что... Нет, он прошел мимо. Ладненько. Так. Как у тебя самочувствие? Ты готов? Нет, наверное, не готов еще. Давай еще чуть-чуть потренируйся. До 13 подниму. По-моему, на винтовку нужно 13. Так, надо уже мясо забирать, да? Надо мясо забирать. Кого пошлем за мясом? Кто у нас где спрятался? Девочка. Ага, у нас никто. Надо, чтобы у нас кто-то все-таки звал торговцев. Я понимаю, что... Наша семейка вообще самые лодыри, вы заметили? Все работают, все что-либо делают, все куда-то ходят. А мы тут только сидим, книжки читаем, в игрушки играем. Ну так изредка подойдем, что-то починим. Так, ты прошел мимо, да? Ладно. 83, вот. Давай-ка, маманька, сходи, зайца забери. Заяц тоже мясо. А ты приберись. А то все женщины у нас убирают, а ты, блин, нахлебник. Иди, да. Приберись. Так, нам нужно забрать зайца и починить кислородный фильтр. Что у нас тут с местом? Нормально. Для зайца хватит места. Кстати, холодильник надо тебе починить, а? Починить? Плиту тоже чинить надо. Так, 3 куска мяса, ну, неплохо так. Стой, блин. Кто-то хочет чего-то.
Ладно, поторгуем. Поторгуем. Что у нас с гвоздями? Гвоздей нормально. Магний. Магний возьму. Патроны. Ну, мы сами будем делать. Смысл. Нам нужно металл добывать. Кстати, можно гвозди пускать, наверное, на металл. Стоят они недорого. Интересно, если мы разберем, мы получим с вами металл. Потому что металл стоит 2, а гвоздь стоит 1. Не знаю, получится ли такая идея или нет. Посмотрим. Так, вот таким образом сделаем. Как раз. Считайте стоимость зайца. Так, девочка, давай-ка мы еще посмотрим. Вот тут вот, открыть планшет. Что у нас есть поломанное? Я просто могу так-то пропустить что-то. А здесь уже наглядно видно. Конденсатор. О! Иди, собирай воду, а потом чини его. Слушаю тебя, Рональд. Подключиться. Посмотрим, кто это у нас такие. Ничего себе, так я здесь не один, блин. Походи с моё, не поверишь, блин. На каждом углу ты встретишь кого-нибудь. Нанять, отклонить. Я пока что не готов нанимать всяких там. Всяких. Я вот думаю, в следующей серии, не в этой, а вот в следующей, мы с вами, может быть, еще одного наймем. Будем, по крайней мере, искать хорошего кандидата и посмотрим. Так, там у нас водичку сливают. Да, водичку слили, но она уже спать хочет, чинить теперь. Пускай чинит. Как у нас тут кровати-то? Не надо еще чинить? Не, нормально, нормально. Так, тут у нас все еще вызываются. Торговцы какие-то без угля. Неправильные торговцы. Без угля торговцы — это неправильные торговцы. Так, нет, здесь у нас нету. Так, наверное, те, кто у нас гуляют, мы их будем тренировать получше. Сейчас ты у нас дважды позанимаешься, потом дважды почитаешь книгу, потом дважды опять позанимаешься. Пока ты это будешь делать, остальные будут чинить. Кстати, полку с книгами, оказывается, чинить не надо. А я до этого думал, может быть, это только прочесть книгу. Это хорошо. Это великолепно. Так, все занимаются своими делами. Вода у нас есть, и наш пошел дождь. О, как вовремя. Я только начал говорить о воде, и сразу же пошел дождик. Так. Матвей или... Мэтхов... Ой. Ладно, ждем. Надеюсь, что ты к нам. Надеюсь, что ты торговец. И надеюсь, что ты принесешь мне уголь. Так, девочка. Что у тебя там с интеллектом? Иди с игрушками играй. Да, он к нам. Он к нам. Давайте, внутренняя связь. Отвечаю. Всем привет, случайно не... Да, давайте поторгуем. О! Кувалда. Требует силы 16. Цена всего 20. То есть дешевенькая кувалдочка. Вот это мы забираем. И это, наверное, заберем. Вот таким вот образом. Хорошо? Хорошо, 24 отдаю водой. Ну, пошел дождь, почему бы. Пока все хорошо, будем торговать водой. Так, все, можешь гулять. Ты хочешь помыться, да? Чинить, принять душ. А, блин, он еще уставший. 102-й день. Ух. Так, сейчас он починит. Его, конечно, отправить бы спать, но я бы хотел бы перед этим его заставить почитать книжку. Ну, как называется, сказка на ночь. Иди почитай книжку. А, да, заказал, все правильно. Вот. Так, это, надеюсь, тоже торговцы.
Каролин, девочка, что у тебя тут со статистикой? Сила. Сила тебе нужна. По крайней мере, не помешает. Жалко, что нападения, когда происходит, они просто пытаются и потом идут сюда вовнутрь. Ну, посмотрим. Еще у нас не было, чтобы кто-то прорвался. Мы ждем этого момента. Не знаю, правильно ли, что я его жду или неправильно. Давайте с кем-то разберемся на горном хребте. С медведем. Ох. Хорошо. Миша, я знаю, что ты злой и плохой. Мы, наверное, стрельнем в тебя одиночным. Какой удачный выстрел-то. Как он выстрелил-то одиночным? О, мне понравилось. Ловкость и травма. Да. 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 У нее сила 11, у него всего 8. Хорошо. Ну что ж, Миша. Мне очень понравилось. Так, кто-то пришел, мы ответим. Давай. Торгуем. Я у тебя, наверное, может быть, аптечки у тебя забрать. Хотя они мне особо не нужны. Ведра, аптечки. Ну, никто уголь не несет. Ну, никто. Вот они прям сговорились. Блин, нахрена мне столько аптечек? Слушайте, только, по-моему, зря ресурсы перевожу. Давайте возьмем что-нибудь, что может пригодиться. Да, и водичкой все это... Все остальное нам пока не нужно. Хочу посмотреть, где мы там уже гуляем, куда они ушли. Ага, вот горные перевалы. Вот здесь они прошли, здесь уже видно какие-то маленькие фермы. Ну, посмотрим, что у нас здесь будет. Вот они, горные перевалы. Кстати, по поводу этих горных перевалов... У нас же есть специальный инструмент, и, наверное, все-таки к этому инструменту нужно давать еще металлоискатель, и тогда мы с вами, возможно, что-нибудь найдем. Из-за усталости я не могу этого сделать. Как-то сказка на ночь. Он не захотел читать как сказку. Плохой мальчик. Так, ты у нас чем займешься? Покажи свои характеристики, мадама. Сила, интеллект, харизма, ловкость, восприятие. Давай, читайте книги. Так, дождика нету, пылевая буря на поверхности. Что у нас тут? Тут осталась всего одна минута. Думаю, кот голоден. Если думаешь, иди. Вот это нужно... Если считаешь, что нужно, хоть два, хоть три раза в день его будем кормить. Это наш талисманчик. В прошлый раз мы не уберегли рыбок. Поэтому будем следить за котиком. И днем, и ночью. Котик наш талисманчик. Кушай, кушай, мой хороший, кушай. Так. Минута. Там 20 секунд еще осталось. Да я слышу тебя. Нам пока мясо не нужно. Стой, стой. Стой, мясо, не дергайся. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет. Блин. А, нет, все нормально. Чуть опять не разобрал. Я думал уборку посмотреть. Ну, вроде бы все нормально по поводу уборки. Так, нахлебничек. Слушайте, он ловкий. Донна. Донна ловкая. Нет, я говорю, в этой серии я не буду никого принимать. Приходи к следующей серии. Так, забрать результаты. Забрать. И чинить. И после того, как ты починишь, мы, наверное, еще закажем что-нибудь разобрать. Ох, второй кусок мяса идет. Хе-хе-хе, вот он маленький. Давай, оп, вставай, молодец. Так, там у нас все еще чинят. Ты... Покажись-ка, тебе что надо поднять? А, харизма, ловкость. Да, наверное, пойдешь тренироваться. Так, а здесь в переработке мы назначим. Черный дождь пошел.
Переработки. Давайте ведра. Начнем с ведер. Пружина и дерево. Ну, соберите-ка мне пружину, дерево и металл. Металл это порядочно там. Ладно, переработать. Только на металл. Ну, зато немного времени, наверное, займет. 5 минут, да. То, что надо. Где там наши красавцы гуляют? Покажите мне. Вот они, горный перевал прошли. Здесь, по ходу дела, пока что ничего нету. Посмотрим, что будет. Вот гряда-то еще продолжается. Возможно, мы что-нибудь да где-нибудь обнаружим. Так, кто-то еще? Кто там? Надо посмотреть. Нет, твое лицо знакомо. Здоровый и трудолюбивый. Нет, гуляй, Вася. Это Георг, гуляй, Вася. Я тебя понял. Так. Тут все хорошо. А, он ушел, даже ничего не поломал. Кстати, 79, да. Брайан повысил ловкость. Молодец. Да, его бы уже отправлять скоро. Но он уставший. Да, он сейчас поспит. Отдохнет. И потом у нас... И получится у нас две группы. Что мы спокойно сможем гулять. Тут все хорошо. По поводу заражения воды. Загрязненность всего 3%. Слушайте. Мне это даже нравится. Я бы еще, кстати, поставил бы, может быть, бочки с водой, чтобы она у нас тоже скоро застопорится. Внутренняя связь. Давайте ответим и посмотрим. Опять нахлебник. Я понимаю, что он мне сейчас, в принципе, необходим. Но я сказал, что не в этой серии. Не в этой серии, не сейчас. А давайте мы, кстати, с вами уже закончим эту серию. Сейчас ответим на радиопередачу. Приблизимся к незнакомцам. Посмотрим, кто там такие. Нет. Торговать. Не хочешь? Нет. Ну, не хочешь, как хочешь. Хорошо. Так, с вами был Тормод, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем огромное спасибо, в следующей серии у нас будет новый человек, постараемся его завербовать. Всем огромное спасибо, всем пока!